Вопрос, конечно, спорный, потому что, ну, может быть, в городах, там, в каких-то госпредприятиях у людей люди получают зарплату там, ну, на карточке Сбербанк, там еще какие-нибудь. А много людей, которые работают за наличные, вот, там, в деревнях, например, да, где-нибудь, или в маленьких городах, то как они будут? Ну, я думаю, что, в принципе, для тех, кто хочет выпить, я думаю, никакой проблемы в этом нет. Как, знаете, как в анекдоте, типа, водка подорожала, ты будешь меньше пить, нет, сынок, ты будешь меньше есть. Ну, заведут карточки, будут платить карточками, ничего страшного.